Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. Давно не записывал видео, вот. Ну, тут пришел мне заказ, мне заказал песню «Камнепад» группа «Алиса», мой дорогой подписчик Станислав из Москвы. И я сел сегодня, вот я разобрал вступление, там у нас будет еще куплет, будет еще припев. Ну, как обычно, играют две гитары. У Кинчева, у Кости. Одна гитара такая конкретная электруха, по-моему, Гибсон. Другая – это акустика. Я их, естественно, соединил, вот, потому что одновременно прям один в один играть рифы электрогитары акустической все равно не получится. Но, тем не менее, основу я взял, и в этом видео я покажу вступление. Итак, с чего мы начинаем? Мы начинаем с шестой струны. У нас шестая играется на третьем. Потом шестая на пятом, потом пятая на третьем, потом мы дергаем эту пятую на третье и ведем ее до пятой на пятом, до пятого лада. То есть дернули пятую на третьем и делаем слайд такой, как по рельсе, не отсыпая, ведем струну до пятого лада. Это еще называют глиссандо, то есть я дергаю пятую на третье и веду ее до пятого, на пятом уже не дергаю. Все, вот такая фразка интересная получается, блюзовая фраза. И как только мы пришли на пятый лад, мы сразу ставим барре. Можно даже вот именно только с пятой струны, хотя можно захватить и шестую. Ставим барре указательным пальцем, зажимаем все струны на пятом ладу. Дальше поджимаем вторую на шестом и четвертую на седьмом. У нас получается аккорд DM7. Вторая на шестом, четвертая на седьмом. И что у нас получилось? И аккорд поставили. И играем, как у Цоя, «Звезде по имени Солнце». Если кто учил, значит, аккорд ДМ. Играем вниз, вверх отсыпаем второй палец. Указательный третий барре. Значит, держим мы третьим пальцем четвертую на седьмом. Играем вверх. Дальше ставим опять второй палец на вторую струну, на шестой лад. Играем вниз. После этого подставляем вот к этой конструкции мизинец, первый на восьмом. И играем вверх. Ну, то есть абсолютно цоевская фраза. Все время держим барре. И все время держим третий палец на четвертой струне. Итак, еще разок. Барре на пятом, четвертая на седьмом, вторая на шестом. Играем вниз. Дальше поднимаем второй палец со второй струны. Вторая будет в барре. Третья оставляем. Играем вверх. Ставим назад второй палец на вторую струну. Шестой лад. Играем вниз. Мизинец ставим на первую струну, на восьмой лад. Играем вверх. У нас получается вот такое начало. И сразу убираем, чтобы заглушить звук, чтобы получить отрывистый звук. После этого нам нужно будет сыграть аккорд ля минор. Барре на пятом, пятый, четвертый на седьмом. Вот такой. Играем вверх и тут же расслабляем пальцы, чтобы струны, значит, не звучали, чтобы тоже было отрывистое звучание. Вверх. Отцепили, потом опять нажали. Барре на пятом, пятый, четвертый на седьмом. Вниз.
получается вот такая фраза. Вверх, вниз. Если сыграть это быстро, и потом немножечко можно добавить туда заполнение. Вот. То есть, когда вы играете аккорд АМ, ля минор, вот это, бара на пятом, играем вверх, и потом по приглушенным еще вниз, и потом вниз уже просто, чтобы у нас все звучало. Вот. Вот этот щелчок вниз, он поможет немножечко вот эту пустоту убрать. Даже не просто вниз, можно вниз вверх сделать. Вот сыграем короткий вниз, точнее короткий вверх, потом вниз-вверх щелчки, и вниз уже звучит. Еще разок сыграем медленно. Еще медленно. И потом можно еще доиграть два щелчка вверх-вниз. Итак, еще разок, все сейчас продиктую. Вверх щелчки, вниз и вверх-вниз щелчки. Еще медленно. Вот. Дальше повторяем эту фразу, она немножечко поменяется. То же самое, начинаем абсолютно одинаково. Когда мы сыграли вот это цоевское вступление из «Звезды по имени Солнце», вниз, вверх, вниз, вверх, и дальше вниз щелчок. Щелчки вверх вниз, вверх звучит, вниз щелчок. Вот. Теперь нам нужно запомнить вторую часть. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Можно так, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. И два щелчка вверх, вниз. Значит, играем вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И щелчок вниз. Потом ставим аккорд ля минор, АМ, бара на пятом, пятый, четвертый, на седьмом. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Значит, четыре играем звучащих, вверх-вниз, вверх-вниз, и расслабляем вверх-вниз щелчки. Потом у нас опять идет первая часть. Потом мы играем фа-мажор, бара на первом, третий на втором, пятый, четвертый на третьем, вниз. Потом играем соль-мажор, бара на третьем, третье на четвертом, пятое, четвертое на пятом. И потом мы играем, это был соль мажор же. А дальше мы играем ля минор АМ на пятом ладу. Бары на пятом, пятое, четвертое на седьмом. Просто вниз. F, G, АМ. И дальше у нас вот такой переходик идет. По третьей струне. Третью на втором дергаем. Ударяем. Не убирая палец, ударяем. Третью по четвертому ладу быстро отсыпаем этим пальцем третьим. А первый оставляем. Дергаем третью на втором, ударяем по четвертому. Сдергиваем. Третий опять у нас остается на втором. Со второго, на четвертый. И опять на второй легато. Потом четвертый на втором.
четвертая открытая и пятая на третьем. Сыграю эту фразу медленно. Четвертая на втором, четвертая открытая, пятая на третьем. Потом опять играем все то же самое, всю эту часть. То есть... Вот тут вообще такой ритм. Фанковый такой ритм, есть в джазовой музыке, в джаз-роке такой стиль, называется фанк. Ну, теперь, я думаю, надо проиграть мне все медленно. То есть у нас получилось, что мы играем первую часть, вторую часть, потом опять первую, и потом у нас переход. Потом мы все повторяем, только две вот этих больших части мы играем, и начинается куплет. Еще разок повторю все медленно, чтобы вы все запомнили. Главное, вот эти щелчочки. Там, конечно, не обязательно прям один в один запоминать. Можно просто, например, сыграть начало. Просто вниз, вниз, и все. Дальше. Эти щелчки только запомнить. Сейчас еще все продиктую. То есть вам нужно выучить две основных части. Первая. Еще. То есть мы сыграли вверх, щелчок. Ну, все время начинаем вот с шестой струны. И вторая часть. Основных, то есть первое немножечко покороче. Еще разок поиграем медленно. Дальше вторая. Ну и куплет мы с вами разберем в следующем видео. Немножко затягивается видео. Повторим вступление и разберем куплет. На этом пока все. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Самое главное, тренируйтесь, у вас обязательно все получится. Здоровья вам и благополучия.